Мои хорошие, сегодня наконец-то пришла моя, только что принес почтальон, мою Атурну из Ни. Сколько времени прошло? Вы не помните, когда я ходила? 2 недели, наверное, мне что-то кажется много. Мою семейную Атурну из Ни, семейная она такая синяя, а красная это туристическая. Добро пожаловать в Хошгилдинес. Спонсор моего канала – онлайн-платформа Гигос. Всем привет вам из Мерсина, мои хорошие лапулечки. У нас в Мерсине сегодня дождь. Ну вот, посмотрите, я могу стоять так, в таком виде. Почему я так оделась? Я сейчас буду заниматься зумбой. Вы видели, как сходит с ума мой ашкым. Сейчас я буду сходить сегодня с ума. Не знаю, почему сейчас не хочу себя показывать. Почему не хочу показывать? Потому что я маска у меня на голове в шапке. Может, кому-то это не понравится. Сегодня шел какой-то день карантина. Уже 2-я неделя проходит. Поэтому решила я сегодня, серьезно, начать заниматься каждое утро. И мне мой Ашкин подал эту идею. В общем, какая у меня ситуация? Вчера я занималась чем? Привела в порядок дом. Помыла все балконы. Посмотрите, что сегодня творится. Посмотрите. Ну, неблагодарный труд эти балконы. И вот представляете, вот у меня там землей под нос, дождь шел и все испачкалось. Так, что у меня сейчас? Я съела прополис. Вот сейчас я приготовила такой вот себе грейпфруктовый сок. И я шкему не выжила, потому что хочу свеженький. Сейчас я его выпью сама. Заряжусь энергией, сейчас поговорю с моей мамой, поговорю с Грузией, потому что... Давайте я переверну и покажу себя. Всем привет-привет! Не буду показывать себя полностью, в шапке маска. Вот сейчас буду ходить, насколько могу, пока Шкин будет спать, чтобы меня не видел в этом виде. Конечно, течет, поэтому подложила вот салфеточку. Сейчас еще, когда буду прыгать, еще больше жарче будет. В общем, лечусь. Потом сделаю эту масочку, которую я заказала в Инстаграме. Что я хочу вчера? Какое-то настроение такое. Все посылают видео про нашу эту инфекцию. Все посылают видео, не знаю, кому верить. И решила для себя все. Светлана, возьми себя в руки, не бери в голову. Ну, очень переживаю за мою маму. Очень переживаю. И зять мой, вот каждый день я с ним общаюсь, я звоню, поддерживаю его. Так мне жалко, вот как встаю, сейчас вот хочу позвонить, но сейчас он будет спать еще. Прямо вот представляю, один сидеть заперти, телевизор есть, телефон есть, но это все надоедает. Если бы я сейчас, у меня не было дел, вот какие-то дела придумываю, вчера все чистила, опять блистила. Но кухню не могу никак дойти до этого, настроить себя. Ну, я так думаю, сегодня не буду точно, потому что шкафы хочу все почистить, повытаскивать там, понимаете, капитально, генерально это сделать. И никак не могу себя взять в руки. И какие-то дела нахожу дома. То там, то там, то там, то попылесосила, то полы помыла, то пыль вытерла. То, ну, сами знаете, хозяйка в доме каждый день. В общем, сами понимаете, дел полно. И вот мой зять... За него переживаю. Но у него, в принципе, я ничего, думаю, все нормально. Температуру он мерит, контролирует. Проблем нет. Переживаю за мою мамочку. Сейчас хочу позвонить ей напрячь, запретить выйти из дома. Потому что говорят, что вот у нас что покое, такое спокойствие. И через 2 недели, говорят, у вас будет такое же, как у нас с Италии прислали нам письмо. Это какой-то ужас. Так что нет, будем надеяться на все хорошее. Вы знаете, я же позитивный человек. Все от нас плохое. Кыш. Так что будем продолжать. Сейчас я выпью кофейку и займемся зумбой. Stay home with me. Cook with me. Супер. Одна из моих подписчиц спросила, что я делаю с яичной скорлупой. Я просто промываю ее и помещаю банку, заливаю водой и потом поливаю мои цветочки. Вот здесь вот стоит моя розочка, я ее воткнула, что-то она не пошла. И поэтому я ее экспериментирую сейчас. И потом я вот так настаивается, я эту воду выливаю в цветочки. Ну что, поехали, мои хорошие? Начинаю зумбу! Открыла окно, все двери.
И буду заниматься сейчас прыгать под зумбу. Сейчас я прыгала, посмотрите, какая я красная. Иду смывать свою маску. Вся маска потекла у меня. Я так вспотела, вот это драйв. Друзья мои, сидите дома, оставайтесь дома, прошу вас. Вместе со мной, будем вместе плясать с вами. Будем вместе готовить с вами, будем обучаться с вами. С вами Светлана, да, продолжение следует. Мои хорошие, закончила я прыгать, приняла душ, на лицо сделала маску из алоэ. Алоэ просто листок отрезала, потом и вот этим все намазала. Я делаю это через день, маски эти. Сейчас похожу, ее все стянула, уже у меня высохло, не хочу показывать вам себя. Так, значит, наш кому встал, я себе приготовила вот такой завтрак. Решила, знаете, что раз я так напрыгалась, творог, банан, яблочко и йогуртом залила. Вот это мой завтрак. Ашкему я сделаю хачапури. Вот посмотрите, друзья мои, вы спрашиваете, да, я сделала тесто. Для чего сделала тесто? Вот я его складываю вот так в холодильник. Видите, здесь вот то, что мне вот сегодня-завтра понадобится. Вот, оно, видите, даже поднимается. Такое у меня хорошее тесто. А вот остальное покажу вам. Я положила вот сюда. И когда мне надо будет, допустим, завтра уже, или как часто уже смотрю на себя, я потом его достаю, оно приходит в себя, мои хорошие, и все, вот размораживается оно мне, оно не холодно, просто придет в себя, даже сверху было. Вот Ашкева ждет сок, меня ждет вот такой кофе сделаю, ну все, вот такой завтрак сегодня. Ну что, лапули-лапатули, наконец-то я расчесалась, как некоторые говорят, просто расчешись. После двух масок я сделала маску, вот я так сказала, с медом, с оливковым маслом, с желтком. Прыгала в ней, зумбу делала. И потом нанесла вот эту вот мою, которую я заказала по Инстаграму. В общем, и высушила феном. Сделала макияж, губки накрасила. Так что вот так вот, мои хорошие, я убедительно прошу вас всех, оставайтесь дома, пожалуйста, поберегите себя и своих близких, поберегите своих пожилых родителей, и даже молодые очень плохо переносят эту болезнь. Да, я вас не паникую, не пугаю, но это грипп, он очень трудно переносится. Поэтому, мои хорошие, пожалуйста, смотрите мои видео, смотрите, как я пляшу, как я радуюсь, как мы пляшем с Ашкымом. Только оставайтесь дома, пожалуйста, убедительно вас прошу. Берегите себя и своих близких. Друзья мои, начинается рубрика «Посиделки на кухне». Будем пить кофе. Ашкым! Бакарбасынис! Бакарбасынис, я в Румбине! Kahve içeceğiz. Gel. Biraz konuşarız. Kayıt mı?
Привет. Привет. Ашким скажет хабирный варный йог. Конфетки такие, конфетки. 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 Будем пить кофе и с конфетками. Ашким, что сегодня кушать вечером? Ахшам не имек я поим. Ахшам? Таук-вар. 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 Слушайте, там холодно сегодня. Посмотрите на меня, как я оделась. Замерзла? Ашким, это гречку покушаешь? Гречку? Гречку? Гречку. Яичек, мусын? Никю. Гречка, гречка. Гречка емирна. Посмотрите, не кушает, вы видите? Кушать, кушать. Кушать, кушать, не кушаешь ты? Почему не кушаешь гречку? Гречка чок файдалы, чок. А? Ни за что не покушал, сколько я его просила, умоляла, ни за что не покушал. Пашкин, скажи теперь, шимди соли бирше и варме дюня, да? Есть что-нибудь хорошее в мире? Йо, как кетвар. Все плохо, говорит. Ашким сегодня хотел на улицу выйти, дешарайчик мек из тедино. Говорит, пойду я погуляю, где имби раз. Ашким, ким сея? Никого, говорит, нету. Хорошо, джаз. Янус. Сен дорду? Герчек дьорсун, ты правду говоришь? Герчек. Герчек, Ашким, сен герчек из тедино и чекмак эвдем. Сен не саниосун, бу дешары чыкынча сене вуручак вар мы яны? Ama olmaz. Ateş mi diyorlar ya? Virüs, sağdan soldan ateş. Virüs. Senin dediğin savaşta olur. Bu virüs böyle uçarak gelmiyor sana. Virüs tak ne idiot говорит. Bu nasıl yaklı geliyor? Sen kalabalıktasın düşün. Etrafında insanlar var. Karıtka kadar переполнен это aşkım. Yeter, yeter, yeter. Hapşu yapıyor. Yeter. Evde otur. Evde kal. Stay home with me. Оставайся дома. Tamam, aşkım. Оставайтесь дома, друзья мои. Прошу вас. Evde kal, aşkım. Берегите себя и своих близких. Evde öleceğiz. В доме умрем, говорит. А! Niye sen öleceksin? Балкон var bizde. İkinci balkon. Балконы есть все. Почему умрешь? Сейчас разговаривали с моим зятем. Мой зять лежит, один кайфует. Ну, трудно ему, конечно. Мы звоним постоянно ему. Хотя бы раз в день. Evde kaldaki. Katısı şu. Sen evden çıkarsan, o komşu çıkar, o kerket çıkarsa, ne olur? Kalabalık olur. Agar из дома ты выйдешь, nasıl соседи? Kalabalık. Ну, kalabalık это... Herkes. Переполненный вот. O zaman temas, temas çoğalır. Temas, temas, dokunmak. А, тогда прикосновения много. Yakın hareket etmek. Близкие движения. Ama şimdi ben çıkmışım tek başıma. Если, говорит, я пойду один. Etrafımda kimse yok. Никого нету, говорит. Girmişim, gelmişim. Погуляю, не. Eldiven. Перчатках. Ondan sonra eve geliyorum, hemen elimi çıkıyorum. Sen böyle düşünüyorsun gerçekten. Tabii, elimi yüzümü yıkıyorum. Ondan sonra... Aşkım, нет. Он говорит, все, я помою, нет, сиди дома, otur evde. Şöyle değil yani, dışarı çıkıyorsun, işte o geliyor, seni buluyor böyle. Yakalıyor korona. Aa, evden dışarı çıktın. Değil yani. Tamam aşkım. Şimdi akşam ne yemek yapayım? Makarna istiyorsun tavukla beraber. Çorba var mercivik. Makarna var mı evde? Makarna есть. Макароны есть. Я говорю, сделаю макароны. Курица есть отварная. Суп мерджимек есть. Салат сделаю. Салат я поим. Да, салат. Я тоже проголодалась. Утром же ела я творог. Такой легкий, да? Кебаб ел. Кебаб. Кебаб. Унут кебаб. Есть там фарш? Фарш майя вар. Майя дюру. Майя о. Кыма. Кыма. Майя. Майя дрожжи, говорю. Дрожжи есть! Майя, аж кабистерсу, майя. Дрожжи хоть. Он не кушает. Майя ем юрме. Маским побрился, такой красивый, у меня изгиб минимум. А, трошел дун. Аферин, аферин минимашки там. В общем, ладно, буду готовить ужин. Покажу, что я приготовила на ужин. А вот и сегодняшний наш ужин. Курицу сварила. Макароны с томатной пастой. Суп мерджевик.
мерджимек. Салатик такой красивый сделала. Курицу не жарила, потому что все жареное хватит. Надо, вот майонез любит. Майонез не любит, ашки, может, я использую, а может, не использую. В общем, пошли мы кушать. Приятного аппетита. Друзья мои, подписывайтесь, ставьте лайки, не жалейте. И нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления от моих новых видео. Пока-пока. С вами была Светлана Ата.